зале школы номер 32 ученики с 5 по 11 класс, учителя и родители, все они собрались, чтобы задать самые волнующие вопросы главе округа Дмитрию Волошину. Беседа с первых же минут приняла расслабленный и дружеский формат. Мы не делали эту встречу из нее какой-то официальный формат, потому что она у нас спонтанная, и на одном из рабочих совещаний директор школы пригласила меня к вам для того, чтобы мы поговорили, наверное, о каких-то вопросах, которые вас интересуют. Вопросов было действительно много, от личных до философских. Одних интересовало отношение главы округа к тем или иным жизненным ситуациям, взгляды на мир, а других, например, сколько длится рабочий день Дмитрия Волошина. Я хотел бы у вас спросить, чем вы занимаетесь в свободное время, если оно у вас вообще... Свободное время я посвящаю развитию. То есть я много читаю, разбираю какие-то интересные кейсы, занимаюсь прогулками. Если это лето, я катаюсь на велосипеде или на мотоцикле. Неотвеченных вопросов не осталось. Каждый узнал то, что его интересовало больше всего. Вот смотрите, а что самое важное? Счастливый человек тот, который работает и занимается любимым делом и той работой, которая ему нравится. Дмитрий Волошин не только отвечал на вопросы, ему тоже было, что спросить у будущих выпускников. Вы уже все определились, куда вы будете поступать? Куда? Можно мне рассказать? Давайте 10 человек просто послушаем. Прям вот руку поднимайте и говорите, я иду туда-то. Кроме того, глава округа поделился своим управленческим опытом со школьниками. Рассказал о некоторых тонкостях работы. Например, показал, какие соцсети регулярно мониторит, чтобы быть в курсе общественной жизни в Химках. Нам было очень приятно вас выслушать. Вы лидер не только школы, но и всего города. Мне кажется, вы являетесь большим примером для всех сидящих в этом зале. И не только. Спасибо вам большое. Ну и, конечно, дети и учителя не упустили возможность сделать памятное совместное фото.